Nokia N8. Сбор. Сбор телефона начинаем с задней части корпуса. Пинцетом вставляем втулки, куда впоследствии будут вкручиваться крепежные винты. Затем укладываем системную плату в заднюю часть аппарата. Далее прикладываем среднюю часть корпуса и фиксируем ее винтами. Начинаем сбор дисплейного модуля. Аккуратно вставляем дисплей в раму сенсора. Затем прикладываем модуль нижней частью к корпусу и защелкиваем разъемы дисплея и сенсора. Прежде чем защелкнуть дисплейный модуль, не забываем надеть Wi-Fi Bluetooth антенну. Далее фиксируем дисплейный модуль нажатиями пальцев. Переворачиваем телефон и закручиваем 4 винта в заднюю часть. Вставляем аккумулятор и устанавливаем заглушку. Далее пальцами устанавливаем нижнюю панель и закручиваем боковые винты. Пальцами устанавливаем и защелкиваем верхнюю панель. Закручиваем винт и защелкиваем заглушку HDMI разъема. Все, телефон собран.